Арт-пространство библиотеки имени Пушкина пополнилось новой выставкой с названием, которое передает яркость вернисажа «Цветочная идиллия». В одном месте собрали работы воспитанников образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства декора и ее руководителя. И каждая из этих картин передает весеннее настроение и красоту окружающего мира. Но главное место на выставке по праву заняла картина с названием «Интрига». Мы знаем поцелуй Марка Шагала, Судейкина, а у нас есть вот такой свой необычный поцелуй Борисюк Полины, который хулиганский немножечко, но в то же время очень добрый, детский, и эта работа такая... кульминация нашей выставки. Цветочный рай, который украсил библиотеку и оживил ее стены, хорошо демонстрирует особый стиль и почерк студии декор. Но при этом работы юных художников разнообразны по восприятию и по технике исполнения. А главным вдохновителем для создания выставки стала нежная пора года – весна. Сама картина была сделана весной и ассоциируется у меня именно с ней. Тут очень яркие краски, которые как раз показывают всю эту изящность, портрет весны. Открытие вернисажа проходило весело и интересно. Здесь было место как для музыкальных выступлений, так и для знакомства с творческими работами художников. Каждая выставка детских работ – это всегда открытие мира красоты. Работы юных мастеров учат видеть красоту в обыденных, на первый взгляд, вещах и пробуждают жажду творчества.